Yeah. If I ever said I'm never scared, just know I mean it. Друзья, с вами снова команда КВН «Дело семейное», и мы бы хотели продолжить рассказ о себе, точнее, обо мне, точнее, о моей жизни, о том, как я начал заниматься КВНом и о том, как стал капитаном этой команды. А с чего это ты вдруг капитан? Ты вообще чего такого сделал-то? Ну, Саш, вот смотри, я построил дом, посадил дерево. А сын? Сейчас все будет. Саш, ты же из Оленька, да? Меня тоже пацаны на районе оленем называют. Видишь, как сошлось? Ты же мисс Якутия. Так и запишем. Я же твой номер знаю наизусть. Мне, правда, не хватает всего пары цифр. 8-900. Чё, нет, да? Да ты даже девушку закадрить не можешь. А вот у меня есть суперспособности. Я могу читать мысли людей. Вон, видишь ту девушку в новом платье? Сейчас я и прочитаю ее мысли. Я богиня дискотеки. Ну ладно, а вот тот вот парень без зубов. Я не улыбаюсь, я не улыбаюсь. Саша, ну ты чё? Это разве способность? Вот знаешь, что я умею? Находить носки? Саша, нет. Выключать за собой свет? Нет. Находить носки с выключенным светом? Нет, Саша. А что тогда? Вот я могу сидеть в туалете, да? И не сидеть в телефоне. Это как? Это вот так. И что ты делаешь? Мысленно лайки ставлю в Инстаграме. Ц, тоже мне способность. Вот я могу спародировать кого угодно. Вот даже назови кого-нибудь. Давай Винни-Пуха. Хорошо. Я дочка, тощая, мне мама говорит, и я прошу на Новый год у папы целлюлит. Ведь я такая борзая. Мой папа Борзенков. Спокойно, однофамилец. Жюри за эту шутку мне поставит 5 очков. Саш, ну и что? Тебе эта способность вообще не нужна. Зато у меня есть супер умная голова. Да ты до 6 класса 2 получал. Ну зато сейчас. А сейчас ты мой одноклассник. Саша, ну я же просил никому об этом не рассказывать. Ну, Амир, прости меня, пожалуйста. Зато я про тебя песенку сочинила. Мой братан Амир, тигр. Он не стрижет свои ногти, тигр живет в бардаке на кровати, тигр всегда волосатые ноги, тигр загорает только в полоску, тигр приходит домой на четвереньках, тигр метит весной территорию, тигр мой брат Амир, амирский тигр с козлами не дружит он никогда, но есть у меня козочка я. Раунд! Саша, ну какой ты капитан? Ты ведь даже психануть не можешь. Это я-то не могу психануть! Это я, богиня дискотеки! Нет, это я! Нереально, реально, танцуй! Нереально, реально, нереально! Ладно, Саш, давай капитаном будешь ты. Нет, ты будешь капитаном. Нет, давай ты. Да давай ты. Саш, ну давай ты! Да нет! А, все, все, вот музыкальный номер команды КВН «Дело семейное», город Ленс. Давайте поаплодируем. Ну что ж, двигаемся дальше. Музыкальный номер, вариант номер 2 от команды КВН. Крайне северный Кызылсыр, поселок Вилюйский район. Аплодисменты. Когда девушка одна, она глупенькая. Когда две, они чуть умнее. А когда три, то это катастрофа. Итак, Якутск, 9 утра. Девочки, давайте быстрее. Вы где ходите? Давайте, давайте, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Да убери ты свой фен. Я так-то волосы сушу. Сначала в розетку включи. А-а-а. Нам вообще нужно музыкальный номер писать. Соберитесь.
хватит поясничать. Ну давайте тупо споем. Есть песня про папу. Папа может быть кем угодно. Что это? Даже мамой он может быть. Вера, с таким юмором мы в полуфинал не пройдем. Нужно что-то свеженькое. А у меня как раз есть. Мы зашли на крестьянский рынок прикупить шашлыков, колбаски. Набрали полный пакет. Ой, а что за мяско? Рита, с такими песнями ты никогда себе парня не найдешь. Это как? Вот так. Кошки в домике, в хвостиках бантики, в 40 лет собирает фантики, пишет письма для знакомства в Инстаграм. Поза Риточка 120 килограмм. Вообще-то у меня парень есть, смотрите. Вау. Нифига себе. Вот про него вечером и споем. Да-да. Культурный центр СФУ, 1/4. Не влазил он в автобус, мешал ему живот. И в бургер-хите люди смотрели, как он жрет. Девчонки не любили, он сам себе не рад. Зато теперь в спортзале он главный экспонат. На тренажере, на и меньше сотни килограмм. Виталий клёвый, да, и кучу лайков в Инстаграм. Девчонок много, да, и дальше он худеть готов. И кто же это? А, Виталий Супер Борзенков. Борзенков! Из нас уже есть 18, но тайну, кто это, мы так и не раскроем, потому что наша команда как девушка, а в каждой девушке должна быть загадка. С вами была красивая команда «Крайний Северный». Она папина дочка, точно, мать сердце прочно, она папина дочка. Спасибо команде «Крайний Северный». Двигаемся дальше. Третий вариант музыкального номера. Я... Команда КВН «Кюнделес», встречайте! Дорогие друзья, давайте все включим свою фантазию и посмотрим «Один день из жизни Воробьев». Чип. Тап. Чип. Тап. Чип. Тап. Чип. 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 Как же хороша на улице. Потеплело, сколько много пар ходит. О, вон дяденька идет. Давай дразнить. Давай, давай. Алло, привет, птичка моя. Привет. Привет. Че, как дела? Нормально. Сидим, худеем. Худеем. Ясно. Слушай, ты сейчас где? Ну, на проводе сидим. Не видно, что ли? А, сейчас приду. Пока. Мат, мат, мат. Смотри, наши летят. Привет, утки. Привет. Коля, Коля, мне страшно. Да ладно, чё ты? Я же служил. Вот, смотри, татуху. ЕПФ. А что это значит? Якутская птицефабрика. Короче, у нас комбат был, ага, бройлер. Сейчас, сейчас, хватит. Короче... хватит. Да ладно, дослушал бы. Там про еду хотел рассказать. Про еду. Я что-то проголодался. У меня есть крошка. Крошка моя, я по тебе скучал, я ты даль... А чё это было? О, привет, ничего, как дела, как жизнь? Кстати, Луан приехал. Ты кто такой вообще, а? Я Чайка. Какой наглый, а?
Вот бы сейчас какой-нибудь хорошенькой вот птичкой да, познакомиться, птичка, а? Да. Какая птичка, стерх, какой изгиб, какой клюв, она так прекрасна. Подожди, у этой птички есть парень? Да, есть, вот посмотри фотографию. Это же свинки из Angry Birds. Да? Ну, короче, у тебя нету шансов уже. У меня есть шанс. Я ее добьюсь. Она будет моей. Короче, я к ней лету. Лечу. I believe I can fly. Ха-ха, не успел. Она моя. Ха! Нет! Хорошо, если ты родился воробьем. А плохо, если ты родился уткой. Скоро сезон охоты. Удачи! И с вами была сборная студенческих отрядов Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Команда КВН «Кюндалес». Спасибо! Спасибо! Двигаемся дальше. Музыкальный номер от команды КВН «Сборная Союз молодежи». Встречайте! Дорогие друзья, сейчас весна, время влюбляться. И так получилось, что наша Лиля влюбилась в одного из членов жюри. Мы решили воспользоваться случаем и посвятить наш музыкальный номер ее свиданию. Виктор Говоров, выйдите, пожалуйста, на сцену и составьте компанию нашей Лилии. Здравствуйте, Виктор. Признаюсь честно, это мое первое свидание. Ну, в смысле, с русским. А можно нескромный вопрос? Где вы работаете? В городе. О, а можно обычный вопрос? У вас грудь волосатая? Вы какой-то скованный. Расслабьтесь. Будете яблоко? Вот, угощайтесь. Кусайте, кусайте. Все чисто. Вкусно? А вы знаете, я пластмассовые не люблю. Что-то у меня в горле пересохло. Вы не против, если я водички попью? Ну вот, сексуально хотела выпить воды и все разлила. Я влюбленная такая душка. Давайте споем все-таки музыкальный конкурс. Я пою, я начинаю, а вы подпеваете. Мин сахабын, эльбертон бириталабын, даябын. А вы чего не поете? Виктор, а куда вы поете после игры? Что, на ушко? Ну что вы, не беспокойтесь, я никому не скажу. Я даже не знаю, где находится этот зодиак. Давайте потанцуем. Спасибо вам, Виктор Говоров. Что бы мы хотели сказать нашим музыкальным номерам? Неважно, ПТУшница вы или начальник по делам молодежи и семейной политики. Важно то, что КВН сближает. С вами была сборная Союза молодежи. Спасибо! Ну что ж, аплодисменты. Сборная «Союз молодежи» и Виктор Говоров. Можно так объявлять, да? Двигаемся дальше. Предпоследний вариант музыкального номера, пятый на сегодня. Команда КВН «Якутск».
молодой. Дорогие друзья, наверное, мы смотрели все фильмы «Голос улиц», да? Ну, не смотрели, значит, не смотрели. Где легендарная группа NWA, где были Dr. Dre, Ice Cube и Easy E, все другие рэперы, да? Ну что, друзья, давайте представим. В далеком-далеком Улусе парни тоже захотели пойти против системы и создать рэп-группу. Давайте представим. «Голос улиц», якутская версия. «Голос улусов». Мин сахабын, альбахтен бери талабын, таябын, ирас кэскил кутердо саханы. Пацаны, пацаны! Надо это, давайте это сделаем, рэп-группу. Давай. Давай, давай. Крутую рэп-группу. Давайте как назовемся-то? Муравейник. Чида. Не, не, слишком просто, на. Что-то крутое надо. Давай ГМБ. Gold Mine Brothers. А-а-а. Gold Mine Brothers, нормал, да? Давай, давай крутые погоняла придумаем, да? Семен, ты будешь Саймон. Хорошо, да? Так, Эрмей, ты будешь Эрми. Хорошо, да? Ты, Миша, будешь Джонни. Ага. А Кеша, ты будешь Джонни. В смысле? Я же Джонни. А, ладно, ты уже не в группе, пока, давай. Так, а я себе такой простой кликуху придумал, это доктор Дре. Ну давайте, что давай, я минус сделал всю ночь. Давай, готовы, да? Послушаем, давай. Поехали, да? Пацаны, кстати, нужно же рэп читать. А, ну ты... Забыл этот. Давай, Кеша, попробуешь? Давай, давай. Давай, готовы? Поехали. Йоу. Меня зовут Кеша, и я в рифму не могу читать, и под музыку тоже не попадаю. Пошел вон из группы. Ты не талант. Ну что, Семен, попробуешь, да? Давай. Отлично, Семен, отлично, Семен, отлично. Это будет интро. Ага, ну что ж, Эрмей, готов? Эрмей, забыл, давай. Готов, поехали. 18 мне уже, увози за 100 морей, за 100 ночей, горы, моря. Здесь придумывать текста нужно, Эрмей. Тебе далеко не 18 уже. Все, весь в солярке пахнешь, иди выветрись. Давайте, ребята, ну ты попробуй, давай, да? Я спою. Давай. Неужели мысли выше, мы взлетим с тобой в небо, унесемся от проблем далеко. Руся, ты что тупишь, давай рэп делать, говорю. А. Давай, готовы, да? Ну что, тогда я попробую, да? Пацаны, пацаны, у меня, короче, хит есть. Что за хит? Ну это, песня, короче. Есть же песня «Секс и виски, кокс карибский». Ага. Я это, короче, переделал. Ну-ка. Давай, короче. Секс и бока, барыта чокка, уана уатар катары тюнери, хиджабы беги. Чокка у него, пошел отсюда, говорю. Секс и бока, бока. Ну что, ну что, давай, я попробую, давай, давай, поехали. Дре здесь, Эрми, Саймон, Руся. Скоро лето, скоро жара, сельский загар всегда у меня. Сланцы, носки и солнечные очки, этот набор у нас всех почти. Ночь начинается, зодиак открывается, это значит UFC начинается. Вегас, Зоди, Тыры, Ка, всегда поддержит меня там, братва. О, круто, да, получилось, ага. Давай, давай, теперь, теперь, давай запишем, да, теперь, ага. Пошел вон, говорю, из бани. Ну что, давай, короче, у нас что-то не получается. Давай Баску позовем. Баска? Баска. Баска? Как, иди сюда, Баска. У тебя, наверное, получится, мне почему-то так кажется. Давай, попробуй. Давай.
Я как Эминем, только в якутском рэпе. Парень родом из деревни приехал покорять сцены. Вот и добрались до КЦ всем ГМБ. Синокос летом дал знать обо мне. Делать было нечего, и я решил читать рэп. От акцента я избавился почти как 50 Cent. Наша группа станет известной, здесь пору нет. Спасибо девушке из Ленска за горячий привет. Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце? Вы, наверное, спросите у нас, почему всегда мы про мамбетов, да? Да? Нет такого вопроса, да? Знаете почему? Из-за него, поэтому. Нет, конечно, друзья. Если не мы, то кто? Спасибо, команда КВН Якутск, молодой, спасибо. Спасибо команде КВН Якутск, молодой. Голос Улусов. Ну что ж, и завершает нашу игру, и завершает этот конкурс. Музыкальный номер от команды КВН, как вы уже поняли и догадались, сборная Алёкминска. Встречайте, аплодисменты! А нет ничего более смешнее на свете, чем день города Алёкминска. В небе над зоной, о воле мечтая. Вот и прозвучал гимн города Алёкминска, прошу садиться. Я вижу полный человек в зале, и поэтому мы начинаем нашу концертную программу. И по традиции ее открывает всеми известная, но никто ее не видел, «Зарплата» с песней про индивидуальных предпринимателей. Если долго-долго-долго не выплачивать налоги, не выплачивать налоги, сразу можно ощутить. На Магадане нары вот такой вышины, в Магадане карцер вот такой ширины, крокодилы, бегемоты, и другие погоняла, и веселый вертухай, и веселый вертухай. Браво зарплате, браво, браво! И, как обычно, она уходит в никуда. Если снова над миром грянет гром, а так как День города празднуется один раз в год, мы празднуем все праздники сразу. День знаний! Также в нашу церковь завезли новый колокол. Бандит... День бандитов! День милиции! День и ночь — это между нами. День и ночь — мы с тобой в нирване. А мы продолжаем. Он стоит на берегу могучей Лены. А теперь с объяснительной песней «Куда он дел весь городской бюджет» выступает мэр города Алёкминска. Мэр еще здесь. Сейчас покажу вам, как это все было. As I walk through the valley of the shadow of the night, I think of the kid my life and realize the difference. Cause I've been a blessing to love to come on now. Even my mama thinks that my mind is gone. С моих слов записано верно и мною прочитано. Браво мэру! И по традиции, День города Алёкминска завершает финальная серия сериала «Бригада». Что мы хотели сказать своим музыкальным домашним заданием? Неважно, какой ваш город, важно, что вы должны им гордиться. Ведь там выросли ваши мамы, папы, деды, прадеды. Так, все, хватит говорить, давайте споем. Хорошая песня про город Алёкминск. Кто знает, не подпевайте. В Алёкминске газа нет. И интернета тоже нет.
с образованием беда. Закрыли нам ЕГСК, с дорогами вообще хана. Я все равно его люблю. О! Лё! Кми! О, Лёк Минск! Спасибо, друзья, любите свой город. С вами была сборная города Лёк Минск. До встречи! Это был последний вариант музыкального номера, и он завершил игру. Под ваши бурные аплодисменты я приглашаю все команды, участники второго четвертьфинала, на сцену. Ну что ж, вот и все команды на сцене, все конкурсы сыграны. Осталось узнать оценки за последний конкурс, мнение жюри и итог. А, дорогие друзья, перед тем, как жюри поставит оценки, да, действительно, у нас есть очень один такой милый момент. Только перед игрой мы о нем узнали, поэтому я приглашаю на сцену участников школьной лиги КВН, команду КВН «Хуха» для своего слова. Мергун Калида. Дорогие друзья, да. Ну говорите, говорите, он, наверное, в зале и услышит. Аплодисменты, это Нюргун Атаков, дорогие друзья. У него сегодня день рождения, давайте ему поаплодируем. Да, он руководитель этой школьной команды. Дорогой Нюргун, поздравляем тебя с днем рождения, а также желаем счастья, любви и много бабла. И еще, слишком много сказал. Ну, короче, поздравляем тебя. Ну что ж, дорогие друзья, поаплодируем команде КВН «Хуха». Маленькие ребята сами придумали вот так оригинально поздравить своего руководителя, а мы не стали им мешать. Ну что ж, оценки за музыкальный номер. Музыкальный номер, высший балл 5. Начинали команда из города Ленска. Дело семейное. 4, 5, 4, 4, 4. Одна пятерка, остальные четверки. Музыкальный номер от команды КВН из Кызылсыра. Крайние северные. 4, 4, 4, 4, 5. Одна пятерка, остальные четверки. Птички от Кюнделес. 4, 5, 4, 4, 4. Одна пятерка, остальные четверки. Свидание с Виктором Говором от Союза молодежи. 4, 4, 3, 4, 4. Одна тройка, остальные четверки. Голос Улусов, Якутск молодой. 5, 5, 5, 5, 5. Ну и день города в городе Алёкминск. 5, 5, 5, 4, 4. Три пятерки, две четверки. Ну что ж, пока счетная комиссия работает, слово жюри об игре, мнение, свои эмоции, ощущения и так далее начинает Александр Комогорцев. Аплодисменты. Всем привет. Что хотелось бы сказать. Я догадывался, что в обезьяне у Алёкминска сидит Нюргун Атаков. Да. Спасибо за интересный концепт Ленску. Я считаю, что большое будущее у вот такого дуэта на таком конфликте построено. Спасибо за шутку про Бэмби и Якутску молодому. Спасибо за красномордого Союза молодежи. Ну и главная победа, что снова актуальные шутки про Виталю Борзенкова, только уже в другом, в позитивном ключе. Всем спасибо, спасибо зрителям, спасибо командам. Спасибо, Александр. Двигаемся дальше. Кто следующий у нас скажет слово? Виктор Говоров. Аплодисменты. Добрый вечер, уважаемая молодежь, уважаемые команды. Ну, конечно, очень будет грустно расставаться с двумя. У нас останется всего 4 команды. Игра сегодня была такая напряженная, веселая. И хочется добавить, что у нас сегодня от члена жюри такой вот команде победителей будет определенный приз. Так как многие из нас тут увлекаются экстремальным видом спорта, и я думаю, тот приз, который получит команда победителей, после использования данного сертификата у них появится все больше и больше шуток. Поэтому, ребят, дерзайте, удачи и всем хорошего настроения. Спасибо, Виктор. Двигаемся дальше. Александра Павлова.
Всем привет! Всем желаю удачи, молодцы. Девочка, ты очень крутая. Респект тебе. Спасибо, спасибо. Михаил Гасанбалаев. Сложно выступать после Александры. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, вторая четвертьфинальная игра. Чувствуется, что так команда еще немножко раскачивается, набирает обороты. Сборная Олег Минска очень круто стрельнула на фестивале сегодня как-то. Ну, я думаю, раскачаетесь ближе к сезону. Я также хотел бы отметить Ленск. Ну, вдвоем очень тяжело шутить, но у вас сегодня это получилось. Ну, а то, что КВН – дело семейное, это все мы знаем давно. Якутск молодой. Ребят, как всегда, все супер, все классно, но давайте как-то, да. Кто, если не вы, да. Поэтому давайте, подтягивайтесь. Приятно видеть прекрасную женскую команду, единственную команду в сезоне из Кызылсыра. У девушек что-то получилось, что-то нет, но в целом оставили очень классное впечатление о себе. Кюнделес, ребят, все хорошо, на самом деле очень энергично. Я лечу, как бы классные ошибки. Я думаю, дальнейшее будете держать такой темп, у вас все получится. Ну, Союз молодежи, классное свидание с Витей Говором. Яблоки он нам не принес, к сожалению, но ничего. Друзья, спасибо всем за хорошую игру. Всем удачи в будущем. Спасибо. Анатолий Семенов, аплодисменты. Я на самом деле... Спасибо. Сегодня хватило юмора, хватило, скажем так... Ну, практически все было, кроме того, что не хватило зрителей в зале. Вот на самом деле, мне кажется, что КВН, он... невозможен без полного зала, нету вот этой отдачи, но тем не менее всем спасибо, как всегда, от меня, что вы ходите на КВН. Мне очень приятно, ну вот мало кто знает, что Кызылсыр это, скажем так, традиционно КВНовский поселок. Мало кто знает, что руководитель Кызылсыра, он здесь, да, он в зале? Он не пришел, да? Ну, в общем... Он в Кызылсыр. Не, он приехал, я его видел. В общем, отдельные аплодисменты Кызылсыру. Вы поставляете не только газ, но и веселый юмор в наш город. Веселый газ, скажем так, да? Дорогой в том числе, да. Олег Минск. Олег Минск, победитель у нас в фестивале. Если честно, я маленький фанат вашей большой команды. Ждал большего, конечно, больше юмора. Вот у вас есть тонкая грань между... Когда вы начинаете любить свой город, да, очень долго за все выступление, надо вот эту тонкую грань патриотизма все равно сохранить. Да? Давайте вот все-таки где-то все-таки его любить. Да? Найдем позитивные стороны Олег Минска. Да, я, кстати, думал, что из Олег Минска, вот из Кызылсыра газ, из Олег Минска картошка. Ну кто ел когда-нибудь Олег Минскую картошку? Ну давайте поплотим. Ели, вот, Олег Минская картошка, да. Никто вообще не врубился, ну ладно. Ленск. Тишина такая. Ленск! Ну, елки-палки, Ленск. Два человека приехало, вдвоем играет с младшей сестрой. Мне кажется, у них другие цели были, они решили еще в КВН сыграть. Приехали, не знаю, там какие-то ну, дела порешать какие-то, не знаю, в городе. Ну, а что там, КВН же идет, давай сыграем еще. Ну, типа такого. Но все равно молодцы, ребята. Вам большое спасибо. Ленску огромный респект, низкий поклон. Ленск это не только, получается, нефтяная столица, да, теперь и столица, ну, семейная столица, скажем так, семейных традиций. Союз молодежи. Интересная команда. Я их помню со школьной лиги. Вот с Сашей обсуждаем, говорю, вот ребята растут, растут. На самом деле, вот мне кажется, для того, чтобы совершенно сделать очень хорошую команду КВН, с очень хорошим юмором, с таким... Вам осталось совсем немного. Я жду вас в полуфинале. Спасибо вам. Ну, Якутск молодой. Я думаю, что если вы так перестанете стараться играть в КВН, вы умрете когда-нибудь вообще. Всем спасибо, всем юмора. Спасибо. Ну что ж, и две номинации. Лучший игрок и лучшая игруня. Кто у нас озвучит? Анатолий Скалыч, также вы? Да, лучшая игруня, конечно же, Ленск. Саша Амандайкага, город Ленск, дело семейное. Бесспорно, бесспорно. Приз только в КВН, похоже, как будто ты выиграла голос, да? Шоу «Голос», да, да. Ну и лучший игрок, нам нужно определить сегодня, кто лучший игрок. Забемби.
за Бэмби, дорогие друзья. Это у нас Кеша Хабуев сегодня становится лучшим игроком. Аплодисменты. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к сухому языку цифр. Сразу скажу, что сегодня у нас, как изначально мы заявляли, что у нас дальше проходит первые четыре места. К радости у нас второе место поделило две команды. И, к сожалению, тогда из-за этого не проходит только одна. Первые четыре места у нас распределились. Итак, четыре места или четыре команды у вас? Четыре места у нас, да, проходит дальше. Итак, переходим. Пятое место и, к сожалению, не проходное. Сумма баллов 9,0. Команда КВН «Кюнделес». Четвертое место, сумма 9,9. Благодарите тех, кто занял второе место вместе. И проход в полуфинал команды КВН «Крайний Северный», поселок Кызылсыр. Полуфиналисты. Третье место, сумма баллов 10,2. Команда КВН «Дело семейное», город Ленск. Второе место. Две команды с суммой баллов 10,3. Сборная «Алёк Минска» и «Союз молодежи». Ну и победитель сегодняшней игры. Сумма баллов 11,8. И, естественно, выход в полуфинал. Якутск молодой. Ну что ж, дорогие друзья. Спасибо всем. 14 мая увидимся на завершительном четвертьфинале здесь, в этих же стенах культурного центра СФУ. Всем спасибо. Любите КВН, приходите на КВН, смотрите КВН. Всем пока.